Евгений Шемец, Сергей Шалин представят Ивановскую область на Всемирной универсиаде в Красноярске. Напомним, что пройдет она со 2 по 12 марта. Сергей Шалин выступит в составе мужской сборной команды Российской Федерации по спортивному ориентированию. Сергей является мастером спорта у нас по этому направлению. Кроме того, удачно и успешно также выступает и в соревнованиях по лыжным гонкам. Не так давно был первым на областных соревнованиях. Вот. Мы, конечно же, подготовили его по максимуму. Он прошел все необходимые сборы. Вот сейчас он уехал у нас на соревнования всероссийского также уровня. Там уже будет соревноваться со своими коллегами по команде сборной России. Интересно, что соревнования по спортивному ориентированию впервые в этом году включены в программу универсиады. Не исключено, что кроме Сергея наш регион представит Якинишемка Ирина Тулупова. Сейчас она в числе запасных участников женской сборной. Она идет в заявке под номером 9. Но последние старты, которые уже были проведены после формирования состава сборной на универсиаду, она показала себя хорошо, достойно выступила на стартах студентов, которые проходили в России пока отборочные. Вот. Поэтому если сейчас в Перми она хорошо себя покажет, то есть все шансы, что представительство региона в команде на универсиаду прибавится еще одним человеком, опять же, по спортивному ориентированию. Не только спортсмены представят регион на зимней универсиаде. Владимир Смирнов, за плечами которого волонтерство на Олимпийских играх в Сочи, чемпионате мира, поедет на универсиаду в качестве супервайзера, координатора добровольцев. Там будет у меня очень дружная команда. Также функция моя будет – это навигация в парке универсиады. Непосредственно у меня будут самые лучшие волонтеры, которые будут встречать гостей, да все, собственно говоря, все клиентские группы. Мы именно те самые волонтеры, которые будут катализаторами настроения, добра, которые будут подсказывать, куда идти, встречать, провожать. Волонтеры универсиады приступят к работе уже 24 февраля. От Ивановской области их будет немного, всего 5, но и квота на регионы страны составляет порядка 800 человек. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.